представитель Одессы Art House Drive. Компания, которая проводит разные фестивали, разные кинопоказы. И вот в частности, на этом фестивале совместно с Австрийским культурным форумом зрители присутствуют на фестивале «Новая неделя австрийского кино». Понятно. То есть вы являетесь фактически организатором, да? Здесь, в Одессе. Понятно. Олег, скажите, какие ожидания у вас, как вот у организатора, от этой недели, от этого фестиваля? Ну, этот фестиваль проводится уже 5-й год, и он действительно имеет уникальную возможность представлять зрителям, в общем-то, не очень известное у нас австрийское кино. Зрители знают ряд имен австрийских режиссеров, но свежее кино, которое выходит на экране в Австрии, оно не доходит до наших экранов. И вот этот фестиваль, он имеет уникальную возможность познакомить зрителей с новым австрийским кино. Понятно. Скажите, пожалуйста, это уже 5-й фестиваль. Предыдущие где происходили, так чтобы было понятно? Предыдущие фестивали в Одессе проводились на разных площадках, в том числе в этом зале. И в этом году фестиваль принимает зал кинотеатра на Одесском кинотеатре. Ну, тут очень интересная программа. Во-первых, будет показан ряд самых свежих фильмов австрийского кино, самых разных жанров. Будет показан документальный фильм «Среди слепых», который рассказывает о жизни ярких личностей, которые вопреки проблемами со зрением достигли новой жизни. Это и альпинисты, профессиональный австрийский альпинист, который является слепым. И о певце, который 10 лет назад принимал участие в Евровидении, который также проблемы со зрением. Один из фильмов будет рассказывать как раз об этой теме. И также будет на фестивале программа фестиваля Ars Electronica. Это программа ведущего фестиваля новых медиа, короткометражного кино и анимации. Так что программа достаточно насыщенная. Скажите, может быть, для несколько неискушенных киноманов, в чем вот преимущество или какая-то фишка вот австрийского кино именно? Ну, австрийское кино, оно отличается своей социальной направленностью. То есть это достаточно социальное кино. Вот, в общем, наверное, как бы отличительная его особенность именно социальная. На открытие недели австрийских фильмов организовано нашим почетным консульством Австрии. Я являюсь сотрудником. Пришла с сыном, потому что сын хочет стать режиссером, думаю, ему это полезно и интересно. Вы впервые на таком мероприятии? Я в Киеве посещала раньше испанскую неделю фильмов, итальянскую, на австрийских фильмах впервые, я не знаю, что это такое, незнакомо абсолютно с австрийским кинематографом, Вы пришли на какое мероприятие? Что сейчас здесь происходит в мускомедии, в Одессе? Это не мускомедия. Ой, прошу прощения, киностудия. Мускомедия. Да, чуток вы там тоже были? Нет, на открытии фестиваля австрийского кино. Вы в гостях в Одессе? Нет, я одесситка. Одесситка. Нет. Часто посещаете такие мероприятия? Нет, довольно редко. Висела афиши, заинтересовалась, известно, что такое австрийское кино. А что именно вас заинтересовало? Ой, меня заинтересовало немое кино. Никогда не была, особенно в сопровождении музыкальном. Мне интересно.